мы разгромим донецкую группировку противника. Прям разгромим. Вот уже, ну, там скоро месяц, как идет вот второй этап. Ну, не месяц пока, ну, там ну, уже три недели, да, как скоро. Да. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что 22 наших батальонных тактических группы, наступающие из района южнее Изюма, не могут, собственно говоря, прорвать фронт противника, вообще не могут. То есть фронт противника ни одного дня не был прорван. Да, в итоге тяжелых боев взяли южную часть Изюма после долгих. Да, там продвинулись, но это еще, кстати, до, как бы, в подготовительном этапе. А дальше вот начинается распространение с этого южно-изюмского плацдарма, и все. И даже не смогли перерезать дорогу Славянск-Барвенково. Даже. Несмотря на все тяжелейшие бои, на то, что там сосредоточены достаточно большие силы, несмотря на четко декларируемое превосходство в воздухе, которого на самом деле у нас нет, и превосходство артиллерии, которое у нас есть. Пока. По крайней мере, в количестве, а в качестве это отдельный вопрос.